Значит, доброе утро, мои дорогие зрители. Я уже готовлю омлеты. Блины у меня мои готовы. Фрукты. Маме приготовила завтрак. Артему приготовила судочек с собой и семечками. Так что уже все готово. Попиваю кофеек. Я уже сделала зарядку 40-минутную. Почитала свою книгу. Вон она лежит. Вот здесь у меня все на сегодня написано, расписано. Даже приняла душ, успела. В общем, успела сделать все. Сегодня встала раненько. Так что всем доброе утро и хорошего настроения. У нас тут супер-мега-стоянка. Мотоциклетная. Какие красавцы все. Все как один. Короче, я сегодня дала занятия в спортзале. И сама заниматься не могу, потому что у нас... жутко жарко, кондиционер внутри не включают на данный момент, жадничают. Я поеду заниматься в другой зал, который у меня под домом. Я записана в 2 спортзала, вот в одном, в котором даю занятия. Здесь же иногда занимаюсь, но сегодня здесь заниматься невозможно, у нас 30 градусей. Так что вот такие вот дела. Поехала я на своем мопеде, вот, потому что невозможно. Вообще дышать невозможно, не то что тренироваться. Не знаю, как люди тренируются. Ну, в прошлом году мы нормально занимались, но сегодня, ну, у меня, по всей видимости, нет просто настроения сегодня на то, чтобы терпеть жару и тренировку ног. Так как тренировка ног – это очень тяжелая тренировка. Поэтому я поехала, буду для вас записывать вещи всякие. Вот, так что будем на связи. Nos movemos o no nos movemos? No, estamos en rojo. Mira que Tesla más grande. Sí, pues están dándole de caña estos. Ah, de protesta y de un montón de cosas y se sostiene. Imagínate. Pues sí que va la cosa muy seria, ¿no? Sí, entonces. Pues sí, con que hay coches tan caros. Sí. Значит, что я тут буду сегодня делать, мои дорогие зрители? Я буду мариновать свою курицу. Вот она, моя замечательная курица. Я надела перчаточку, мне так удобнее. Значит, как я мариную? Я сейчас ее всю нарежу, замариную буквально немножечко соли, специй, какие вам нравятся или мне, какие нравятся. У меня, в частности, карри беру. И немножечко, буквально ложка столовая йогурта кладу, потому что, когда начинаю потом готовить грудку в аэрогриле, чтобы она не получалась очень сухая, сушеная, мне вот такой вот способ понравился. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас вам покажу. Опа! Нарезаю, в общем, я ее небольшими кусочками. А вот. Конечно же, с курицы удалю всю гадость ненужную. И просто нарежу. Вот такими кусочками нарезала. Здесь же оставила в этой коробке. Здесь же сейчас замариную. В холодильник поставлю и даст видос. Вот, видите, не все обрезала. Ну, нарезала быстро. Вот так что, вот такие вот дела. Да не обращай внимания, ничего я тут не снимаю. Я тут занимаюсь делом. Вот. И что там у тебя? Это Днепропетровский, нет света. А, конечно. Бабушки. Пришли ко мне на рыбалку ребята после еды. Познакомиться. Отлично пообщались. Вот это и да. Обменялись презентами. Я прилежал, уже не снимал на видео, поймал 2 карася. Поймал 2 карася. Мало блогеров смотрит. Так что вот так вот, мои дорогие подписчики. Мама сегодня без аппетита. Поужинала. А что если уже это мне? Нефиг снимать, не надо пессимизму. Ну, не будем пессимистами, да. Но это как есть, а что делать? Ты видишь, стискивает ладошки и
Не могу вон Тане Кандауровой отправить голосовое настроение. И сестричке своей в Молдову. И так далее. Вот. Ну, короче, сегодня вот так. Вот жара приходит. И жара, и... Ой. И у нас сегодня вообще жара, пипец. Ну, я хоть клубничку со сливочками в нее запхала. Угу. Вместо ужина. Еще не до конца, да, он две осталось. И скажи за эти, предупреди зрителей, за магнитные бури 5 дней передал блогер мой из Днепра. Есть тут у меня блогер, говорит, магнитные бури. У кого давление, головные боли, подготовьтесь, будьте, навострите уши, короче. Да. Я, например, тоже реагирую на погодные изменения очень. Mm-hmm. Поэтому все, кто метеозависимы, имейте в виду, что будут магнитные бури. Я думаю, ну, они, когда происходят, наверное, по всей Европе идут. Да, да, он накроет, он сказал, накрывает нашу всю эту. Нашу всю, да. Все накрывает. Поэтому конечно. Готовьтесь. Вот если вы будете себя плохо чувствовать, знаете, что это по этому поводу. Ну, солнце же у всех светит. Конечно, да. Но. Так что вот такие вот дела. А я готовлю свои брокколя. Брокколя. Уже показала вам, как замариновала курицу. Она пусть постоит, ее попозже поставлю, либо завтра поставлю. Посмотрим. А Артему на ужин буду делать его калямары. Тут калямары, а брокколя еще лучше. Брокколя и калямары. У Артема будут сегодня калямары в аэрогриле. Это калямары. Тоже вам покажу. Брокколя. Смотри, так что мы с мамой тут только что... Боже, стояла раком 3 часа. Делала педикюр. Педикюр. Дамочки, у нее там с йодом 2 пальца. Так как там немножко у нас грибок, ну, не немножко, всю жизнь, ну, мы с ним проблема, боремся. Проблема, не обязательно говорить, что... Ладно, хорошо, не будем. Ага. Не снимала я уже себя стоячую тут раком. Так уже дала контуру. Поэтому вот такие вот дела, да, ногти обрезали, все обрезали, все нормально. Так что, Света, да, кто-то из подписчиков пишет, что в Молдове плюс 40, что плюс 33, плюс 40, что-то как-то непонятно написали, ну, жарко везде. Так что не только у нас жарко. Прошла жара, да, естественно, эти. Муха, иди отсюда. Магниты. Давай. Зараза. Кыш, пошла вон. Это я сейчас тебя прибью. А, все, понятно. Что? Я ее прибила пальцем. Ёпс, туда. Фу, какая гадость. Фу, какая гадость. Ой. Я не могу с ней. Она какая-то летала очень... Духлая. Да, она была немножко... Делай на проветривание, а там, где ты, а то открываешься. Вот так вот мы лежим. Пусть проветривается, да. Так что, такие ноги, видите? Да. Безобразие. В позе кого ты говорила? Там младенца. Да. Причем, что смотрите, их трогаете, они дергаются. Причем ходить они не хотят. Зато, когда я их обрабатываю... Они начинают дергаться, спазмы есть. Вот это о чем вы спрашивали, зрители. Вот так вот. Оно им надо. Да, я пошла. Надо. Вон тут со слезами, смотри, глаза слипаются. Что делать, чем закапать и вообще? Да, со слезами тоже у нас немножко проблема. Да, вот глаза они. Очень слезятся. Не держатся, да. Круто. Так что.